Приветствую вас, дорогие друзья, на нашей третьей игре МСКБ Battle. И в той игре играл Сергей Гравский, который успешно отсосал у Данки Янга. И это бы не случилось, если бы не наши спонсоры. А именно... А спонсоры — это лучший пол, на котором можно лежать, это в Бородаске парке. Вот. А дальше это МСКБ, Onyx Scooters, горячо любимый, и Gorilla Energy. Вот данный напиточек. Вот. Еще мы его тоже куда-нибудь туда. К большому сожалению, в этой игре, очень хайповой, прошу заметить, должны были сразиться Сидоров Егор и Степан Пальмов. Но, к сожалению, Степан на раскатке сломал себе локоть, поэтому сегодня будет играть кто же? Секретный гость, горячо любимый публикой, и не только. Вот. Вы узнаете это далее в видео, но вы можете поставить сейчас на стоп и написать в комментарии, кто это. Вот. И кто первый угадает, то все будет в жизни хорошо. Можете лайк поставить. Да, и колокольчик. И еще что-нибудь. Мы начинаем, ребята. Че, малой, продленка закончилась у тебя? Ну да. Все, хочешь на самокате покататься? Да, сейчас, подожди, дай доиграю. Вот там это батл сейчас будет, погнали, покатаешься. Ну сейчас, еще минутку. Пошли, бери ранец свой, пошли. Да ну... Погнали. Привет. Скажи, как тебя зовут? Ребенок. Ты сюда один пришел или с родителями? Один. Отлично. Такой вопрос. 2+2? 4. Замечательно. Расскажи немного о своем пути, как ты попал сюда? Сказали. Кто? Соперники. Как думаешь, кто твой самый достойный оппонент? Следующий вопрос. Ну а вообще? Следующий вопрос. Смотри, представим ситуацию. Ты сейчас делаешь 50 и промахиваешься. Твои эмоции? Удивление. Удивление. Отлично. Что ты ожидаешь от этой игры? Эмоции. А еще? Риски. Страх. Ладно. Кто победит? Игрок. Зюзя? Да. Понял. Кто круче, Гостиный двор или Шулика? Это единое целое. Все, спасибо. Всем привет, дорогие друзья, мы мастерской Михаил. Сегодня я расскажу вам про это многофункциональное устройство. Начнем с... Бро, а зачем тут дырки? Ну, это чтобы облегчить конструкцию. Ладно, пошли лучше на батл, на нормальный талик покатаешься. Представься. Артем. Щербаков Артем. О чем сегодняшний скутер-толк? Все про трюки будет сегодня. Когда новый Венс Эра? Ну, у меня хватает. Когда Эра Халфкабов? Не пройдет. Ладно, расскажи немножко о новых деталях. Какие? Я взял колеса кометы. Не первой свежести, но покатят сегодня. Ладно, расскажи немножко про свой внешний вид. Что тебя в нем привлекает? Привлекает? Ну, в основном это про спасибо. Одежду. Про полары мои новые. Все. Плюс Халфкабы цвета все. Голубой-синий. Все. Заканчивайте. Оператор, можете на кнопку нажать? Представьтесь. Глеб, Марк. Кем вы являетесь? Судьи. Представитель Дикого Финесс. Как вы собираетесь судить? Представлять Дикий Финесс. А кого судить? Кого надо, засудить. Какие сроки примерно планируете давать? От 8 до 15. Режим? Строгий. Понятно. А какие бы трюки вы ожидали увидеть и кому бы дали бест-трик, если так чисто? Кто претендент, самый главный? Леня Арбаски. По-братски Ленчику можно. И вопрос к Глебу отдельный. Что с Халфкабами? Это... Думал сегодня покататься, но это... Ошибка случайности. Молодость. Ванфуд кататься будет, я так понимаю. Спасибо. Салам алейкум. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш батл. Все правила здесь. Судьи на месте. Баны, все, буквы я буду делать. Итак, первый наш участник... Это Егор Сидоров. Аплодисменты, конечно. И второй наш секретный гость. Ну, еще раз напомню, что никто из райдеров не знает, кто же катается. Ну, никто не знает, просто все знают состав, и все. И следующий у нас участник, который будет играть с Сидоровым,
Егором. Это Щербаков Артем. Что? Опа! Итак, вот парни, вам... я думаю, стоит скинуться вам. Первый ножиц? Забанить, я думаю. Я думаю, нет, забанить. Хорошо. Мы забыли. Вчера ночью Егор, когда ночевал у Артема, Артем его запугивал, что он будет играть там с Ильей, с Максимом, с Расулом или еще с кем-то. Но в итоге так получилось, что сам Артем, потому что он райдер, сам не знал, кто же будет с кем играть. Поэтому баны друг другу, давайте, начинает. Артем, давайте скинемся, кто первый банит. Давайте первый. Я баню, наверное, просто Кинг. Я хотел изначально забанить. Так, Егор, Кинг. Раскататься на нем. Артем просто не подготовился, и он не знал, с кем будет играть, и уж точно не с Егором. С Егором. Я, с одной стороны, очень сильно боюсь фулхил. Фибу. Ну, фибу, я фибу. Уверен? Ты ж не готов. Ну ладно. Самого стак сюда забанил. Давай. Я баню фигуру вот квадрат Рейл. Вот этот, который посередине. А, нет, стоп. Уно момента. Я баню грань. Я баню грань. Окей. Я баню грань. Судьи грань бан. Ну да, давайте 270 бэклип. Окей. Судьи 270 бэклип. Окей, я тогда, наверное, баню over 50, но тут момент с судьями, что это... Определенные. Да. Какие конкретно? Наверное, получается... Бэксайд или фронтсайд? Бэксайд на фронтсайд. Понятно? Это... Backside, то есть ты мне банишь определенно 50, комбинацию. Over фронтсайд 50. Да. 50, over фронтсайд 50. Хорошо, можно уточнить? Да. Он мне забанил определенный труп 50 over frontside 50. Да. Если сразу на frontside 50, это будет сейчас over. Да, frontside 50 можно. А, сразу, over frontside 50 сразу, можно, да. Сразу. Хотя, можно. Подожди, я же могу забанить over frontside 50, да. А с backside 50. Ну, он уже записал. Frontside 50. Ну, уже поздняк ротацию. Уже поздняк ротацию. Выясняем. Нет. Но мы выясняем. Нет. Если бы ты забанил просто over frontside 50, то да. А ты забанил мне да. Просто, окей, ну, ладно, хорошо. Хорошо, все. Все получается? Баны есть, скидывайтесь, кто начинает первый. Первые ножницы. Ставка. Первый начинает Сидоров Егор. Правила я вам быстренько озвучу. То, что это батл МСКББ. Угу. 5 букв. Вот. Одна попытка на заказ, 2 попытки на повтор. Все верно. Экстра шанс. Вот. И один муллиган на всю игру. Не муллиган. Вот. Экстра шанс. Без разницы. Повторение, и у меня есть один экстра шанс, я могу его использовать. Могу не использовать до конца игры, в конце игры у меня... Третья попытка будет. Третья попытка? Да. Все, окей. Все, друзья, я думаю, правила читать не стоит. Они и так есть, все райдеры знают. Ну, на всякий случай. 2 трюка по балансам можно было гадать? Да. 3 трюка свитч? 2 трюка по балансам, 2 трюка свитч, 2 трюка с балансом. А, ну, знову, типа. Акробатический только один. Да. Окей. Ну, запомнил. Вроде флипы. Окей, хорошо. В смысле? Ну, мы не делаем флипы, типа, акробатические это... Ну, я думаю, кто-нибудь попробует. Я думаю, если ты жопу порвешь, ты сможешь. Скутерфейки бан. Скутерфейки это что? Кроссфуд тоже бан. Маквип нельзя тоже бан. Да. Маквип сегодня не будет. Да. Можно сдаться? Можно сдаться, да. Если не пробуешь трюк, то это позор. Это позор. Позор будет сегодня. Вот, если получаешь давайте травму, не дай бог, пиздец. У вас поражение. Все, друзья, переходим уже к самому батлу. Первый гадает Сидоров. Покатайте нормально. Итак, по итогам жеребьевки первым гадает Сидоров Егор. Я заказываю фейки бэксайд фибзер по перелип. Было. Артем! Алле! Шопки! Алле! Почти! Ты же умеешь! Давай! Есть! Молодец! Артем победит. Черкин, борт, табакан. Поддержки Артему, парни! Было? Было. Егор израсходовал свои 2 попытки. Экстра шанс. Брать нет. Нет, я не беру экстра шанс. Тогда первая буква за Егором.
Я заказываю wallride с подката на стену. А приземлиться нужно куда? Хорошо. Я тебя пожижу немного. Немного более жизни. Артём, давай! Да не, мы это засчитано. В чем будем доебываться за хуйни? Было сделано. Следующий гадает Артем. Ой, да блин, Артем выиграет. Я забежал в будущее. И узнал. Я гадаю повторение на... Короче, так же, типа. Это джудо называется у меня в голове. Если судьи знают другое название этого трюка, то... Судьи, как называется трюк? Ну ты, твой трюк, ты говори, значит. Нефорский. Твой трюк ты и называешь. Ну ты называешь это джуду, да будет джуду. Окей, вип на джуду вот здесь. Ах! Дурак! Артём промахнулся. Фронтсайд 5-0 в рейл вниз у стены. Алип! Не ссай, блядь! Цепанул чем-то? Было... Да. Судьи! Засчитано. Засчитано. Ну, как бы. Я не считаю, что это правильно, но... Артём! Гадает трюк, который Стэкси ты можешь не повторить. Халкап испачкал. Попытка Егора. Во-во-во. Можно, Егор. Может. Экстра. И это новый трюк от Егора, но, к сожалению, экстра шанс больше нету. Мало, это новый трюк для тебя? Да, вообще, я никогда в жизни не делал. Красавчик. Ну, именно слепом, типа. Поздравляю. Красавчик. Забудь его сразу. Фронтсайд крукет вниз по перилле большой. Очень интересно от Артема увидеть, если будет возможность. Не, было. Ряду. Еще раз. Окей, мнение судей. А крюкет это сверху когда? Или даже можно? Расул к нам спустился, чтобы... Нам нужен еще раз, чтобы убедиться. Вроде чистейшее было. Чистейшее исполнение от Егора. Смотрим Артема. Артем умеет. Да ну! Хорошо. Судьи. Нормально, защита. Да, защита на. Было. Артем, ты молодец. Поздравляю. Вау. От Артема точно не ожидал вообще такого. Да, поесть бы. Фронтфлип. Next time. Давай трюк вот здесь. Скажи. Линию. Трюк имени меня. На ноут, на трех. Вау. Ты вроде так даже умеешь. Ты умеешь так? Ну, это типа нестабильно максимально. Но в целом, я думаю, то, что я способен. Хорошая попытка от Артема. Почти. Скоро флэт. Артем слишком торопится, поэтому, скорее всего, не делает. Моим следующим заказом будет Switch Full Whip Decade на подкат. Ах! Осечка. Судьи сказали, что не считается. Я попробую full twist cut. Егор наверняка его умеет, типа? Я делал последний раз года 3 назад. Вот, а я еле-еле делаю. Ах! Ну, ёп! Никогда уже трюки увидим, я не понял. Что-то все что-то пытаются, но ничего не получается. Вы можете показать оскал? Я заказываю то же самое, Switch Flip Decade на подкат. Бля, он не выкладывается. А скорость ты не хочешь? Ой, ну ёп! Хотя бы без позора. Мне, да понравилось, что это? Мне понравилась реакция судей, особенно Димана. Фу, Артём! Тем самым у Артёма, да, тоже буква М. А если перевернуть, то это Ше, а если еще и запятую, то Ще. А Ще это что?
Чербаков. Амплитуда, скорость покажите. Я буду играть как хочу. Опа. Короче, надо запрыгнуть на этот ледж, так называемый, и с него ванетти full whip, если я смогу. Хорошо! Я знал, что в тебе сила. Еще есть. Вторая Напомню, попытка. У Егора экстра шанса нету. Мне кажется, нет. Все. К сожалению, на таком хорошем трюке, я удивлен от Артема вообще. Ставим вторую букву Егору. По вот этой перилле over backside 50 на 2 хила. Чистейшее Офигеть. Исполнение от Егора. Смотрим, как с этим справится Артем. Нормально, нормально. Корпус прямо над рейлом. О, найс, ice chink. Артем отказывается брать экстра шанс, поэтому ставим ему вторую букву. Это еще не... становится 2-2. Я бы тогда попробовал хюрикейн борт на хартанете. Чистейшее исполнение! Егору это Артем солнышко ударил Егору, поэтому пока что перерыв. Сделаешь гифку? Есть! Красава, малой. Я заказал фулхил на бар в пролетку. В этот раз я выберу позор. Правильно. Чтобы... Артем выбирает позор. Можете меня запозорить? Ставим Артему жирную просто букву. Позорную. Позорную жирную букву. Без карбонары сегодня тебе говорят. Пиздят, трэш, просто пиздят. Напомню, ты сейчас гадаешь и можешь сравнять счет, чтобы он был 3-3. Сигма фейт. Я гадаю треху 2 кила. Что? Треху 2 хила? Да, но я все не уверен. Оппозитную треху добыл. Да. Судьи, можно ряду Артему? Не-не-не-не-не-не. Какой ряду? Он уже прыгнул. Ладно, ладно. Напомню, счет 3-2, гадает Егор. Давайте немножечко поднимем публику. Я загадываю высокий рейл фронтсайд over 50. Было! Чистейшее исполнение от Егора. Я не знаю даже, есть ли шанс у Артема. Но вообще я никогда, есть. Я никогда не делал такой трюк. Ты over 50 умеешь? Нет. Умеешь. Мы я с тобой умею. Делали. Что за бред? Почему Артем? А ну-ка меня, а ну-ка, блядь. За 4, нахуй. Как? Сделай просто фронтсайд. Сделай 4, да, давай. Просто по угару, блядь, сделай фронтсайд. И все, судим, ценишь, мудаки. Пока Мало не видит, он там вдалеке с кем-то разговаривает, Артем сделает просто фронтсайд 50, и мы скажем, что все четко. А что он сделал? Что за хуйня, блядь? Было, было. Нет? Судьи, было? Что за хуйня? А почему он с другой стороны прыгал вообще? А он нормально, он прямо ест. Он просто прямо, он через рейл прыгнул. Ряду. Он через рейл просто прыгнул. Он по прямой ехал. Стыгит сделал фронтсайд over 50. Это подъеб какой-то. Ладно, это, парни, это шутка была. Артем, давай. Давай, доделай. Они нас наебывают, вы нас наебываете. Надо у судей спросить, было или нет. Судьи? Не было. Не было. Крестик показывает. И? Че, экстра шанс будешь просить? Нет, на последок оставлю. Ставим четвертую букву Артему. У Артема уже 2 позора, напомню. Почему 2? Это не позор, я попробовал. Ладно, да, попробуй. Да, 2 раза. Даже сделал почти что. Но через рейл, правда. Может, фибола? Фронтсайд 50 на фронтсайд хюрикейн. Вау. Wow. Ну, ты понял, что я имею в виду. Просто, именно, да. Типа, вот так? Не-не-не. Я имею в виду фронтсайд 50. Да, да, да. Я тебе. К сожалению, Артем не справился. Я хочу сделать запланированный трюк с раскатки. Это nose manual дроп в фронтсайд сторону. Вот на эти фигуре.
Хорошо! Он сказал в дроп. В дроп это на кто флэт. Стой! В сути, я катал в дроп. Вот, мы про это и говорим, да? Ты вкатил. Подожди. Мнение судьи нужно, потому что немножечко Артем вкатил. Судьи говорят, что реду, потому что Артем вкатил. К сожалению. А у него еще одна попытка есть. А, это да. Нет, смотрите, это было реду, значит, Артем, у тебя есть последняя попытка. На этот типа, трюк. Типа... Все. Ну, короче, ты используешь сейчас реду. Да. Ты, у тебя последняя попытка. Я ходов. Ходов я не набрал. Поставь сам себе букву. Я специально гадал, что ты умеешь. Держите. Спасибо. Спасибо, спасибо. Круто. Да, можно. А у тебя экстра шанс еще. Пока спасибо, нет. Спасибо. Артем, я проиграл крутому чуваку. Спасибо, Егор. Спасибо за игру, Егор. Это было очень круто. Да, взаим. Все, друзья, продолжайте просмотр батла. Все будет супер. Фух, конечно, батл сумасшедший был. Я такого не ожидал. Конечно. Ну вот. Вы посмотрели очередную игру. Впереди еще больше и всего. Вот. А помогали нам кто? Moscow Cool Boys, Onyx, Gorilla, Борода Парк. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Можете подписываться на соцсети. Телефоны нажимайте, лайки ставить. И все. До следующего выпуска. Спасибо, что посмотрели видео. Ждите дальше. Пока. Пока.